Губернатор Олег Кожемяка от имени президента Владимира Путина вручил медали Суворова и Жукова, а также краевые знаки особого отличия Герой Приморья бойцам в зоне СВО. Высокие награды получили военнослужащие 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Глава региона также привез защитникам Родины необходимое оборудование. Кроме того, губернатор посетил 60-ю отдельную мотострелковую краснознаменную бригаду, пообщался с бойцами и им тоже передал спецназ. Снаряжение. Необходимую помощь получили и бойцы добровольческого отряда «Тигр». Ребят, ну я от имени всех жителей Приморья хочу поблагодарить вас за высокое мужество и героизм, который вы проявляете в специальной военной операции. Занимаете стратегическую оборону на одном из важнейших объектов, которые важны и нужны. Достойно держите здесь все позиции. Показывайте мужество и героизм. Жители Приморья по праву гордятся вашими подвигами. Берут с вас примеры. Мы желаем вам дальнейших успехов воинской службы, выполнения всех приказов и распоряжений начальника. Жители Приморья оказывали и будут оказывать вам всемерную поддержку. Вам, членам ваших семей, вами гордятся ваши родственники, вами гордятся, с вас берут пример ваши службы. Успехов вам, здоровья!